Добрый день, уважаемые студенты, дорогие друзья. Я от всей души поздравляю вас с началом этого турнира, первого такого крупного турнира студенческой футбольной лиги страны. Очень приятно, что география участников охватывает всю страну с востока до запада, с юга на север. Очень приятно видеть команду с Крыма. И хочу присоединиться к тем словам, что студенческий спорт в нашей стране развивается очень активно и интенсивно. Более того, студенческий спорт в нашей стране даже влияет на облики городов. Мы это знаем по городу Казани, мы это видим сейчас по городу Красноярску и в других городах, где активно развивается студенческий спорт, это сразу отражается на культуре молодежи, на ее досуге, на формировании здорового образа жизни всех горожан. Я хочу поблагодарить Уральский федеральный университет, власти города Екатеринбурга, Свердловской области за то, что они создали такие замечательные условия для проведения этого турнира. И, конечно, хочу поздравить всех участников сегодняшнего мероприятия, в первую очередь студентов, спортсменов, с Международным днем студенческого спорта, который мы все празднуем впервые. И пусть этот день всегда выливается в такие большие спортивные студенческие праздники. Успехов вам!